Инспектор! Мисс Амарлис! Пройдемте. Элис! Элис! Смотри, что мы достали! Хм, странно. Я думал, она живет возле книжных полок. О, благодарю. С каждым разом здесь все больше вещей. Как вы ее терпите, мисс Амарлис? Лишь выполняю свою работу. Неплохо поймали. Ну, мисс Амарлис, если вдруг вам здесь перестанет нравиться, вам всегда рады вам. Инспектор, вы опоздали. Элис. Детектив. Детектив Элис. Как раз нужна была последняя деталь пазла. Погодите, вы меня ожидали? Что думаете об этом? Это она так шутит над нами? Вы уже давно должны были понять, инспектор, что она далеко не типичный воришка. Она отправляла эти письма, заранее зная, как долго нам придется разгадывать код. Дело на аукционе, королевское место, дело в музее. Я так близка, чтобы понять закономерность, не хватает только вот этого. Мотива. Да, она просто воришка, Элис. Детектив. Детектив, Элис. Именно поэтому вы ее до сих пор не поймали, инспектор. Из последнего письма известно, что дворец ее следующая цель. Вопрос только когда? 5 лепестков мужа значит 5-й месяц. Хотя нет, это не совпадает с тем. Понятно! В эту ночь! Инспектор, идем! Амарились? Стоп, погодите, что? Не буду грузить вашу головушку, собирайте отряд. Объясню все, как только она сядет за решетку. Ведь в этот раз я... Мы поймаем ее. Ноги в руки. Ноги в руки. Чарли, готовь машину. Эй, меня подождите. Хорошего вам дня, мисс Амарлис. Они вон там! Тебе не скрыться! Слышу от того, кто повелся на ее маскировку. Да что вы, не могу же я взять и обыскать принцессу. Я же говорила, это не... Очаровательно, детектив Элис. Рада познакомиться с тобой лично. Ты? Говорят, лучше тебя никого в городе нет. Ну, посмотри на себя. Даже укусить меня не можешь. Что тебе от меня нужно? Тех алмазов тебе хватит на 10 жизней. Дело совсем не в деньгах, дорогуша. Мне плевать. Вот, забирай их. Я лишь пыталась обратить внимание кое-кого. И вот... Она... здесь. Рада, что тебе понравились игры. С чего ты взяла, что они мне были по душе? Я тебе сейчас расскажу небольшой секрет, Элис. Ты меня не поймаешь. Ведь ты не хочешь. Ты меня не знаешь. Поверь, дорогуша. Боюсь, наше первое свидание подходит к концу. Элис? Ха-ха!
вперед, вперед, вперед! Была рада знакомству, Элис. Еще увидимся. Эй, вы! Обыщите квартал! Она еще рядом! Элис, вы в порядке? Элис? Миледи? Я принесла ужин. Амарилис. Угу. Тебе было весело? Вы были очаровательны, миледи. Элис! Элис! Инспектор! Знаю, вы расстроены, но смотрите, новое письмо! Внутри билет в Венецию! Я начинаю подозревать, что мы имеем дело не с одним преступником. Инспектор, не будем же разочаровывать врага. Нужно поймать поезд. Ну, и вора тоже. Да-да, вора, это понятное дело. Но вы были когда-то в Венеции? Нет. Вам понравится, Бернанд, обещаю.